Итак, 8 утра, на улице минус 17. Мы едем на соревнования по рыбалке. Какие перспективы, на что рассчитываете? На рыбу. Судак, щука, голова. Когда мы добрались до места, как раз начиналась регистрация. Даже несмотря на сильный мороз, собралось около 100 человек. Этой встречи из-за ковидных ограничений ждали слишком долго. Всем большое спасибо, Триша, за то, что вы нашли себе силы и мужество не отказаться от участия, а поддержать наше движение и побороться за победу. Спустя мгновение после объявления о старте участники уже занимали выгодные позиции, пока мы в это время по неопытности только пробирались к реке. Ну вот, все на позициях. Начали. Привет всем! Мы сейчас находимся на фестивале, называется он Дамфест. Рыбалка со спиннингом с берега на Москва-реке. Холодрынь ужасная. Наши мормы и микро моментально замерзли, поэтому сейчас используем вот более крупные снасти, чтобы дальше летели. И что будет, как у нас пройдет все это, узнаете чуть позже. А сейчас поехали на брос. Какой идет пар. Признаюсь честно, такой опыт для нас первый. Мы рыбаки увлеченные, но пока любители, в соревнованиях и фестивалях раньше не участвовали, да и зимой я до этого ловил только со льда. В ходе этой рыбалки мы испытали мандалу, силикон, различные воблеры, поролон, но все безуспешно. Но главное не победа, а опыт, новые знакомства и хорошая компания. А какого там судака поймали? Вот она, наша рыба! Попался на вот эту самую точку, которая здесь безвозвратно все теряется. Да, это она. Давай, тащи. А там рыба. Это рыба, снимай вам. Или не рыба, не могу. Наша рыболовная семья уловом не отличилась. Дети все 5 часов, конечно, не выдержали и грелись как могли. Давай, Дима, отжимания. Отжимания. Как раз руки разомнешь. Давай. Когда объявляли победителей, мы пили чай, заботливо приготовленный организаторами, но все же без приза не остались. Его получил самый юный участник фестиваля. Я с первым участием.
мы тебя ждем на наших соревнованиях снова и снова. И Алексея Буйракова хочу пригласить для награждения. У нас специальный приз есть для Димы. Опачки! Для того, чтобы молодое поколение подрастало, Леха подготовил подарок. Друзья, я хочу поздравить сегодня этого человека, который не побоялся этого важного погоды, этой всей. Он пришел сегодня с нами вместе со всеми вот этими взрослыми человеками, спортсменами и так далее, и половил рыбу. Молодец! Выдержал все 5. Молодец! От меня лично, от компании Дайва, получи, пожалуйста, вот такой приз. Ну что, супер! Классный подарок на компанию! Спасибо! Дима, поздравляем тебя! И приезжай к нам снова! Сегодня ты не побоялся, приехал в такой минус, и принял участие в этих соревнованиях. Что ты для себя, допустим, выделил из этого зимнего спиннинга? Вот именно для себя. То, что тут очень мелко. Так, ага. Что это значит? Какие снасти нужно? Мелко это как? Надо подобрать какую-то приманку. Которая хорошо очень далеко летит. Так, да. Надо хорошую. Ага. Тебе понравилось? Да. Какую-то надо, да, снасть подобрать. А чтобы обсетник вам... нужен обязательно, потому да, что обсетник, да, тут чтобы... очень много всяких зацепов. Зацепов, да, да. Чтобы это не зацеплялось, надо взять обсетник. Да, и какую-то легкую снасть, да? Да. Да, вот. С очень тяжелым грузом. Ага, так. Вот. Надо, чтобы какую-то легкую снасть, чтобы поймать там какого-то окунька нам, да, допустим, там вершика, там судачка, да. Там еще что-то. У нас все еще впереди, поэтому я хочу сказать тебе огромное спасибо, что здесь ты сегодня вместе с нами в такой мороз, минус 15, допустим, там минус 17, посетил это мероприятие и половил на джиг и на какие-то поводковые оснастки, и ты половил на москварике, и ты ощутил вот этот весь зимний спиннинг, который вот мы все, да, мы все ощущаем. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну а вот победители. По-моему, 77 балла. Бородин Олег, поздравляем! Поэтому, Паша, вручаем тебе пару пальцев горы. А второе место Паша Коновалов. Ну а дальше доставайте своих кукол Вуду. Готовьтесь купать призеры и чемпионы. Победитель второй раз. Он входит в элитный клуб тех, кто брал доспехи и награждает. Смотра это. На этом моменте мы думали, что все закончилось и собрались уже уходить. Но неожиданно победитель Денис Вихров, которому вручили сертификат на поездку на Селигер, решил отдать его нашей семье, что вызвало целую феерию чувств у младшего поколения. Спасибо! Селигер – наше самое любимое место. На нашем канале множество видео оттуда. Так что мы в предвкушении поездки. И...
нового рыболовного фестиваля.